Итак, вот эта штука, мы сидим в кафе на втором этаже, это яйцо предсказаний. Выбираем знак зодиака сверху, кидаем 1 юань и поднимаем вверх. У вас выпадает шарик, который надо открыть, и там будут вот такие бумажки. Бумажки, тут все по-русски написано. Счастья, удачи, здоровья в личной жизни. Успехи на работе, в делах и во всем остальном. Так. Ну, это будет пусть моя, а вот это Нестера. Нестер любит все красненькое. Смотри, с обратной стороны написано разное. Прикинь. Да? Угу. То есть ничего себе заморочились, короче, писали тут. Я не знаю. А, это что-то про кафе. Так, но вот оно, предсказание с обратной стороны. Короче, кому интересно, кто китайским владеет, переведите, пишите. Это у дяди Неша, это у дяди Димы. Неша. Неша. Неша, вот она сидит счастливая. Я сейчас буду кушать. А вот дядя Дима вот сейчас. Мы сейчас будем принимать, да? Делать приятное и принимать. Покажи лекарство, которое мы купили. А, да. У Димы спину прихватило, поэтому сегодня мы решили полечить дядю Диму. Сейчас мы ему народ наклеим. Народное средство. Народ наклеим. Зашли в аптеку, приобрели нам вот такую посоветовали, штуку. Посоветовали вот такие пластыри, которые снимают все любые боли. Такой пластырь большой. Как раз тебе. Ну, слушай, он широченный. Вот где-то вот так вот. Больше руки. Типа, как там сказали, за 2 минуты начинает действие свое. Байопластырь. Янан Байопластер. Интересно, а Google может перевести, интересно, фото? А ну-ка попробуй. Я же тебе правильно нарисую. А, ты китайский, так ты вверх ногами держишь. Что так? Не знаю, там разница большая. Текст не найден. Нет, у меня просто русско-китайский. Это китайский русский надо было выучить. А, ну вот написано, как делать. Я думал, по идее, что это как этот... У нас йод и... Нет, как он? Горчичный... Что да, горчичный пластырь. Нет, это что-то другое. Стоим всего 20 юаней. Вот с обратной стороны текст. То есть это жительница Китая нам подсказала. Так скажем, которая живет в Китае. Не может, короче, привезти. Вот такой кафе у нас. Это вид из окошечка. Сегодня воскресенье, народ отдыхает. Очень много кто покупает, ищет подешевле. Я не знаю, тут за столба не видно. Вот такая штучка. Вот как бы вот так. Перевод. Юань белый наркотик. Ну, нормально. Все. Мы будем кушать. Сегодня захотелось немножко сменить жанр. Европейской яда поесть. Яда. Так что всем приятного аппетита, удачи. С вами и пока. Никита, Стас, Дюша, Метелкин. Еха. Всем пока.